Последний человек. Глава 33, 34 и 35. Ставь скорее лайк и погнали. Тссс. Где же ты, тупая девка? Лаусы. Босс, ты в норме? Она одурачила меня. Куда она делась? Побежала в эту сторону. Ты ведь пальнул, да? Тот парень, должно быть, слышал выстрелы. Эта девка никуда не денется, а с тем парнем мы легко разберемся. Идиот, ты был слишком шумным. Теперь придется действовать быстрее. Что будем делать? Не волнуйся об этом. Как твои ноги? Все в порядке. Боль почти утихла. Давай я понесу тебя. Ась? Поторопись. Хорошо. Нет необходимости тратить на них время. Выстрелы, что были ранее, должны были привлечь зараженных. Ха-ха. Босс, на верхних этажах мы отыскали пушки. План был удачным. Сдавайтесь. Нас четверо. У вас просто нет шансов. Для начала стоит разобраться с этими двумя. Размечтались. Второй брат, будь осторожен! Черт! Как такое вообще возможно? Ублюдок! Братан, третий брат! Вперед! Братан, ты как? Чтоб его, он был таким быстрым. Ничего себе. А, большой брат, они сбежали. Вперед, прикончим их. Здесь небезопасно, спрыгнем вниз, а затем бегом к машине. Прыгнуть вниз? Чего застыло? Быстрее. Хорошо. Сейчас. Стартуем. А? Вот они. Вот же... Посмотрим, за сколько я смогу от них избавиться. Наступает! Огонь! Он... монстр? Босс! Не люблю убивать людей, но вы сами меня вынудили. Это чувство. Убивать вас, руки марать и только. Звуки выстрелов привлекли целую толпу. Здесь становится небезопасно. Они уже здесь. Нужно торопиться. Я смогу поддерживать такое состояние не больше минуты. Это слабость. Мой предел? Плохи мои дела. А? Тянь-тянь, кавалерия прибыла. Хорошая работа, но... Ты умеешь водить? Раньше мой отец учил меня. А, точно. Поторопимся, зараженные близко. Черт! Мы окружены! Озвучил Кокос. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делать репосты, вступать в группу ВКонтакте, вступать на Дискорд-сервер, ну и все такое прочее. Ссылки на все это вы найдете в описании. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч и пока!